поднять и рассказать о нем. И что вы делаете? Еще раз. Первое. Вы рекомендуете, требуете от муниципального совета, чтобы муниципальный совет вынес решение о том, чтобы либо рекомендовать, либо обязать исполнительные органы Приморья в лице примара, вице-примара, либо премьера, чтобы они двух или трех месячных сроков провели договоры с застройщиком и предложили ему несколько других аналогичных кусков земли в другом месте, чтобы они пришли к согласию, и чтобы сам застройщик, сам владелец земли обратился, потому что по процедуре так должно быть. Владелец земли должен обратиться в примарию и попросить выделить ему аналогичную другую часть. Да что вы говорите, другая таким образом, владелец, через 1.5-2 месяца муниципальный совет должен запросить результаты этих переговоров, и чтобы на следующем муниципальном совете после возвращения из отпуска, который будет, скорее всего, в сентябре, муниципальный совет был проинформирован кем-то из исполнительных органов примарии, например, вице-премьером Грозаву или самим Киртуакой. Это максимум, что можно сделать. И вот с этой петицией, надо вот всем выйти и мирно протестовать во время муниципального совета, чтобы сказать, вот у нас петиция, вот она есть у вас на столах. Пожалуйста, выскажитесь, мы за вас голосовали, за муниципальных советников. Пожалуйста, помогите. Еще один.